английские времена, часть 48, и мы с вами говорим про время future continuous. Это получается будущее, future – это будущее, и continuous – продолженное время. Значит, мы с вами разобрали целиком группу simple, а именно мы посмотрели с вами present simple, present simple. Это получается простое настоящее время. Также мы посмотрели past simple и future simple. Past simple получается простое прошедшее время, и future simple простое будущее время. Также мы с вами затронули группу continuous, а именно посмотрели continuous продолженное время, present continuous и past continuous. Мы с вами разобрали. Также мы с вами затронули группу perfect. Это совершенное время в английском языке. И рассмотрели present perfect. И сейчас мы с вами, давайте уже завершим изучение группы continuous. И как раз посмотрим про время future continuous. Future continuous. Это как раз будущее время в английском языке. Будущее длительное время. Например, я могу сказать просто I'll do it. Я сделаю это. I'll do it. Это просто будущее время. Future simple. Или же можно употребить это в полной форме. I will do it. А вот я скажу I will be doing it. То это как раз время, которое у нас называется future continuous. Можно говорить полностью. То есть will. Или сокращенно, можно сказать I'll be doing it. I'll be doing it. И так, на самом деле, для всех лиц. Это как раз время подчеркивает длительность действия. I will be doing it or I'll be doing it. Далее, мы будем это делать. То же самое мы с вами скажем We will be doing it. Далее, you. Ты будешь делать это. You will be doing it. Там they, они это будут делать, they will be doing it, he will be doing it, он это будет делать, she will be doing it, it will be doing it. То есть время просто тем, что как действительно оно получается очень просто образуется, will be, то есть одинаково, и дальше просто глагол сингловой формы. Давайте сами разберем некоторые примеры. Итак, смотрите, когда он придет домой, when he, значит, when, после when мы используем настоящее время, when he comes home, я буду делать свою домашнюю работу. I will be doing my homework. I will be doing my homework. Когда он придет, это однократное действие, я буду делать. Это длительное действие. I will be doing my homework. В принципе, это напоминает как раз время past continuous и past simple. Мы с вами говорили там when he comes home. When he comes home, I will be doing my homework. Это на время past continuous. Помните, мы с вами говорили when he came home, когда он пришел домой, when he came home, I was doing my homework. When he came home, I was doing my homework. Здесь, в принципе, видите, когда он пришел, when he came home, я делал длительное действие. То же самое и в будущем, только после when мы знаем, появляется настоящее время, и вместо past continuous, future continuous. When he comes home, I will be doing my homework. Далее, то же самое. Смотрите, мы говорили, там, в какой-то момент в прошлом я что-то делал, и употребляли длительное время. I was reading a book, я читал книгу. I was reading a book. Там at 6 o'clock yesterday, там вчера, в 6 часов, at 6 o'clock yesterday. Если мы скажем то же самое, только не at 6 o'clock мы с вами оставим, но yesterday заменим на tomorrow, там в 6 часов, завтра в 6 часов вечера, завтра в 6 часов я буду читать книгу. То есть также мы говорим I will be reading a book, по аналогии I will be reading a book. I will be reading a book. At 6 o'clock tomorrow. Все достаточно просто. Ну и конечно, в принципе, иногда мы хотим подчеркнуть длительность действий. Я буду ждать тебя. I will be waiting for you. Я буду ждать твоего ответа. I'll be waiting for your reply.
мы хотим подчеркнуть, что действительно будем ждать, ждать, для нас это важно. I will be waiting for your reply. Мы хотим подчеркнуть длительность действия, да, мы тоже употребляем. I will be waiting for your reply. Или сокращенно, I'll be waiting for your reply. I'll be waiting for your reply. Но такие случаи употребления. Значит, давайте с вами еще раз повторим дополнительные примеры. Итак, when he comes home, I will be doing my homework. Далее, when he came home, I was doing my homework. I was reading a book at 6 o'clock yesterday. I will be reading a book at 6 o'clock tomorrow. I'll be waiting for your reply. Там, я буду ждать ваших комментариев. I'll be waiting for your comments.